По данным сайта объясняем.рф, за неделю с 29 апреля по 5 мая выявлено 13 572 случая коронавируса. Умерло 47 человек. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах Черноземья. В Воронежской области выявлено 122 новых заражения коронавирусом. В Липецкой 42, Курской 11, Белгородской 78, Тамбовской 31. За неделю в Санкт-Петербурге умерло 12 человек. В Пензенской области 8, в Москве 2. Напомним, за все время пандемии в мире умерло более 7 миллионов человек.